Многие люди нередко жалуются, что у них болят суставы, когда меняется погода. Некоторые даже утверждают, что могут предсказать грядущие изменения погоды на основании того, как чувствуют себя их колени и суставы пальцев. Ломота в костях при смене погоды также называют метеозависимостью. По данным ВОЗ, от этого симптома страдают в основном люди старше 50 лет. Примерно половина всех женщин и треть мужчин. Но подобные состояния могут беспокоить и в более молодом возрасте. Общая слабость и боль в суставах при смене погоды может проявляться как следствие различных заболеваний. Самые распространенные причины – это остеохондроз, артрит, артроз, радикулит, подагра. Также метеозависимость может проявиться на фоне различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и позвоночника. Так как же объяснить то, что суставы начинают болеть именно при наступлении морозов или перед дождем? Это аргументируется тем, что изменение атмосферного давления часто предшествует плохой погоде, и при этом также меняется давление в полости суставов. Это связано с воздействием на барорецепторы. При изменениях погоды уровень хрящевой жидкости снижается, а сухожилия и связки расширяются. Именно поэтому в этот момент человек чувствует дискомфорт. Происходит раздражение нервных окончаний как хрящевой поверхности поврежденного сустава, так и на рецепторы суставной сумки. У человека начинают ныть кости. Для здорового человека подобные изменения должны проходить незамеченными. Но для людей с хроническими или острыми заболеваниями, перенесшими травму, данные изменения в погоде не проходят бесследно. Поврежденные или воспаленные суставы, истертая хрящевая ткань, воспаление в области нервных окончаний, подвергаясь давлению тканей, начинают болеть. Когда же давление нормализуется, то симптомы исчезают и боль проходит. Боль в суставах на погоду является признаком того, что в хрящевой ткани суставов начались негативные изменения. Хрящевая ткань участвует в образовании синовиальной жидкости, которая выступает в качестве смазки сустава и предотвращает трение костей при движении. Кроме того, она является амортизатором во время нагрузки на сустав. Когда хрящевая ткань истончается, сустав травмируется, возникает воспаление и боль, развивается артроз. Поэтому одним из первых симптомов ухудшения состояния хрящевой ткани является чувствительность суставов на погоду. А пока на этом все. Всем хорошего настроения, не болейте и подписывайтесь на наш канал.